Приветствую вас, друзья, а также приветствую гостей канала. С вами, как обычно, Алекс Уайт, и мы продолжаем проходить игру под названием Oddworld Munch Odyssey. Это у нас будет вторая серия. Что, приступим? Thank you.
out of here. Так, ну что, значит, после такой веселой видеозаставки сейчас будем разбираться, что нам делать. Эти самые... Эти наши самые мимими, которые делают. Так, нет, там явно не сюда. Здесь немножко, конечно, выглядит иначе. Они не такие пушистые все-таки. А как мне вас... О, какие они зубастые мимими. Это чё? Ну и ладно. Не хотите, как хотите. Хотя я чувствую, что нам придется, наверное, их тоже спасать каким-то образом. А, так, нам нужно, в общем, взаимодействовать с этой штукой. Подожди, их 4, да? Все-таки один, что ли, у нас не смог пойти? Нет, их двое. Почему они не идут? Надо ли их вообще? Да чего вы тут сидите-то? Как мне их... Что мне с ними делать-то? А, это и ладно, все. Какой-то глюк, что ли? Что это? Так, смотрите, здесь у нас еще есть эти штуки. Не знаю, для чего они. Кстати, там кто-то бегает. О, их 5 раз стало за мной бегать. Странно. А, это клетки, через которые мы их можем выпустить, получается. Да, точно. Я думал, что это за фиговины. И они сейчас все будут толпой за нами бегать. Хм. Вот тебе и мимими. А, это такой же ходик, как и... который видеоролики-то пришел, да? Так, хорошо. Ау-ау-ау-ау. Зафигачили его. Кстати, у нас что он вообще умеет делать? Ого. Не знаю, что это за штука была. О, нормально. Так, сейчас осталось у нас пропрыгнуть на такой ласте. На другую сторону еще. Здесь тоже освободить всех, тогда уж. Раз уж мы пообещали. А, типа нужно вот эту штуку, что ли, сделать. Надеюсь, я... Не знаю, надо было, наверное, сюда ее потратить, все-таки.
Так, а на что ее вообще нужно тратить, эту штуку? Сонар какой-то. Всех, да, вроде бы освободили. Но почему-то эти приятели так и не хотят за нами идти. Почему, я не понимаю. Так, сейчас посмотрим. Не хватает, да? Нам нужно типа их все-таки сюда отправить как-то. Охранников активных 8, один неактивный, да? 38 этих шариков мимишных. Так, кстати, у нас как? Как же у нас? Угу. 32. Отлично. Минус 20. Хорошо. 12 штук осталось. Ну, сейчас я быстренько тем еще проскочу. Но все-таки они пойдут за нами. Нет, они, по ходу дела, вообще глюкнули жестко. С какими он перышками разноцветными еще к тому же. Ого, типа мы можем дубасить. Так, я на всякий случай еще раз выпью, и сейчас мы сразу прямиком бежим вниз. Так, подождите, подождите. А как он движется-то вообще? Ага, все то же самое получается, да? Как и у Эйба. Отлично. Ух ты, тут двое уже. Напоминают вот эти, да, мимимими, которые были игрушки под названием Крок. Там такие же пушистые шарики круглые. Они тоже так же вроде бы как пищали, как-то наподобие.
Так, скачем. Выход. Нам тут показывают, что есть выход. Ага, там их... Ты сколько их там? Что-то мало, кстати, мимими осталось-то. Они их все-таки задолбили, смотрите-ка. Блин, надо было помогать сначала им лучше. А потом уже, ну, я решил все-таки, что проще одолеть будет, если будет побольше количество этих самых мимими. Но что-то все-таки не произошло не так. Так, это что у нас? Ага, то есть всех этих охранников убрали. А восьмерых потеряли, видимо. Ну ладно. Что делать? Восьмерых мимими. Ого. Я надеюсь, тут монстров нет никаких. Так, стоп. Это у нас выход. А там чё мы? Так, а здесь я что, все сделал? Да, но здесь я... ух ты, как камера-то. Ну, по сути, тогда все. Больше здесь ничего нет интересного. Идем на выход. Что-то я не понял. Нам что, нельзя в эту воду прыгать? Нет, в принципе, можно. Так, а здесь тоже есть? Да, бег, ходьба. Но красться он не может. Он только либо бегать, либо ходить типа, может, да? Так, а здесь-то на что? А, вот он на что. Так, сейчас нужно как-то запрыгнуть, наверное, еще в те, когда все-таки края. Пособирать нам все это дело. Они все-таки не так просто здесь лежат. Зато в будущем могут пригодиться.
Так, платформа, платформа. Что у нас на этой платформе есть? Ау, 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 ау. Да ты чё? 65. А, нас просто выбрасывают обратно. Хорошо. Что такое-то? Кольца, но тут прямо дельфинарий какой-то. Акробатические трюки прямо, можно подумать. Ладно. Ну, понятно. Так, типа тут это надо быстро все это сделать. А, причем я смотрю, там платформа вроде бы как бы вода, да, но на самом деле что-то ничего не вода. Так, как-то бы сейчас, кстати, если я сделаю быстро плавать. Вау, вау, вау. О, они даже сюда что ли запрыгивают? Все, 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 я понял. Понятно. А, все-таки эта штука, конечно, хорошая, но мы перепрыгиваем с ней просто как дважды два. Так, а здесь теперь нам нужно как-то. Хорошо, что у нас хватает. Минус. Так, этого осталось 29, да? Угу, ну такие коротенькие уровни. Переходы, кстати, тоже, да, такие необычные, в принципе. Между уровнями. Типа мы заходим в какой-то такой наподобие туннели. Который, хотя, конечно, не туннель. Ух ты как. Я смотрю, тут сложность у нас наращивает обороты. Типа это мина, да, такая? Ау! Тихо, тихо. Здесь нужно аккуратно, здесь точно не нужно быстро и резко это все дело проплывать. Себе помещений то все больше и больше, но собирать, в принципе, как обычно, придется все. Какая серая жижа стекает все-таки в эту всю штукенцию.
Так, а вот сейчас я не вижу, куда мне спрыгивать. Так, несколько штучек пропустил я, но это не беда, в принципе. Итак, все нормально. О, тут у нас есть эти тушканчики. Так, я их надо освободить, это я один-то не справлюсь с этим придурком точно. Вау! Ты чё это? Ну как мне помочь-то? Ух ты, он одного все-таки успел за мудох. А, вот же эта херня там, блин, ё-моё. Как же я не подошел так и сразу. Сейчас ведь может не хватить. Не. Тихо, тихо. Ай, что же я наделал-то? Ну да, понятно, что 35, в общем, чтобы... это. Так, давайте я еще кое-куда схожу сейчас. Кое-куда это вот сюда. Мы с вами посмотрим, что здесь, кстати. А, здесь ничего нету. Фу, я думал, там куда-то можно пройти. Опять собаки. О, они двигаются еще. Все, на этот раз я сделаю по-другому, я не побегу сразу к нему. Сейчас я сначала их освобожу всех. Тут что-то запрыгнуто прямо на него. Ну давай, где ты там? Крутышка. Ой, тот утонул. Тот утонул, что ли, оказывается, ничего себе. Так, я не знаю, сколько эффект, интересно, сколько действует эффект после этой. После этого напитка. Ну, на всякий случай я еще раз выпью. Так. Сколько хоть у меня осталось-то? 28. Что это собачатина-то? Так, а куда мне сейчас? Вот сюда, да? Да что такое-то? Смотри, они не дают мне перепрыгнуть-то это дело. Может сюда как-то? А нет, здесь высокий забор. Не вариант. Так. А, ага, вот как хорошо. Выпьем, на всякий случай выпьем две штучки. И ох, ох.
Фух. Отлично. Так, этого у меня 36. Сейчас я немножечко пособираю. Надеюсь, это вас не сильно утомит. Тут еще закидон какой-то есть. Да, все-таки нужно сохраниться, наверное. Чтобы в следующий раз так не проходить по 50 раз одно и то же место. Угу, так. Снова быстрый рывок сделаем и... Ох ты как! Вау-вау-вау-вау-вау! Тихо-тихо, выпрыгивай! Так, смотрите, эти гады ведь могут спокойно нас достать. Да. Так, мы опять здесь, да? Хорошо, где наша быстрая загрузка? Ах ты. Что ж такое-то? Придется все-таки после каждого шага какого-нибудь такого сохраняться. Ух ты, мы выжили. То есть нам один раз все-таки дают возможность выжить. Фух. Так. Давай. А сейчас как-то мне было так туда перепрыгнуть, да, чтобы еще нас не зацепило. Как мне это сделать? Нет, нахуй ты мне немножко в сторону так это сделать. Вот так вот. Фух. Все. А здесь тихонечко уже проплыть между ними. Блин. Как же мне сделать? Это типа мне нужно разогнаться, чтобы здесь и припрыгнуть их. Ну да, видимо так. Аккуратно. Фух.
Управлять, конечно, не совсем удобно. Так, у нас попробуй, здесь нету ничего больше. Нету? Ух ты как. Здесь я, пожалуй, сохранюсь. Так. А, я думаю, что я здесь могу перепрыгнуть, да? И собирать, наверное, все-таки я эти зелененькие штучки здесь точно, наверное, не буду. Хотя только если здесь. Ох, как-то странно, я так еще чудом не зацепил. Так, все, больше я не собираю. А здесь мы попробуем перепрыгнуть. Так, вы посмотрите, там сидит один охранник, да? А как мы туда попадем? Там ведь их, смотрите, какая толпа. Здесь у нас написано выход. То есть это выход, видимо, с этой локации полностью. А вот как мне справиться? Мне, значит, надо будет освобождать сейчас, наверное, их. Наших этих мимимишек. И тем самым как-то туда, наверное, перемещать. Я не понял, их осталось двое? Ой, точнее, их вообще не осталось. Охранников 38. Так, я надеюсь, этот напиток... это другой, да, напиток какой-то. Надеюсь, мы с его помощью... можем их уничтожать. Не понял, мы вообще делать ничего не можем. Что это еще за фигня такая? Типа мы бегать можем быстрее или что? Что там было написано-то? Ну да. Вау. Дружище, ты чё? Вау, ничего себе. Прикольно. А, тихо, я здесь при чем? А, даже вот как. Ты смотри, они еще долби там успевают. Хотя, несмотря на то, что я уже попал в телепорт. Открыто достижение. Телепорты, они все равно меня долбили. Так, ну, что, в принципе, я предлагаю тогда на этом моменте закончить. А, сейчас я перейду на локацию, какую не знаю пока. И сохранюсь. Ну, а с вами я попрощаюсь, наверное, даже прямо сейчас. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, кому понравилось. Всем пока-пока.